Да, копнул уже капитально. Стой! Так, тут Виллис. Ха-ха-ха, вообще ни о чем просто. Просто ни о чем. Блин. Оторвал? Да, да. Близок к победе, близок, близок, близок. Давай, давай, остался сантиметр, сантиметр остался, волосина. Пол волосины, давай. Клапана не выдергивай. Нет, все, дергай. Вместе давай дергай. Можно с трубками выдергать. Прокручивай его. А ты, Рома, поставь дергай. Выбирали быстро. Все, освободил, спас. Витя, сейчас слезы у тебя должны наворачиваться. Ты узнаешь это место легендарное с этим разворотом? Ты помнишь разворот этот? Я, кстати, ехал, на секундочку подумал. Вот сейчас еще раз оградил. Сейчас нет смысла, у нас дальше просто этот. У нас дальше поворот направо потом. Вот тут огороды плавают. Видел у людей? Вообще жесть просто. Детство, детство, ты куда летишь? А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять, бродить Наташку дергать за косу. Здравствуйте. Э, на самокате летать по двору. Оп. Эта песня была для подписчиков. Эту дорогу мы накатали когда-то. А вы теперь по ней пользуетесь. Да, тут не было дороги. Два года назад на Новый год. Ты обратил какую? Два года назад на Новый год Крис тут застрял 5 января, и мы тут. А говорю, ты видел, какой он изворотливый? Ты видел? Да, красиво зашли. Красиво зашли в один прием. Габазы чувствую сильно. Да да, ты, я же говорю, просто у тебя-то место рождения, чтобы в свидетельстве написано. У вас сервис. Нет, просто у вас. Заблудшиеся. Я понял. Пока прямо проедем? А я вот тоже об этом подумал. Ну, пока ни разу не ездили тут еще, ну. Дорога вроде бы неплохая, но там пошла неровность, Витя. Витя, неровность. Стоп, влево заходи. Влево, 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 чтобы не... не, не... А ну-ка, выйди, может? Да, давай, иду. Это жесть. Мы дальше. Давай. Это только Витя такое может исполнять. Камера не передает, но страшно со стороны очень. Красиво идет. Знаменитая горка. Тут надо на пониженной потихоньку. Сейчас более не скользко. Закат уже близок. А вот и трасса справа, смотри какая. Ух, какая трасса красивая, шикарная просто.
Ну да, это для мотоциклистов. Не все сюда поехали. Места хорошие. Видите, благодаря гибридным мостам, смесь волговских, уазовских, военных мостов, понижение бешеное, где-то 1 к 9, наверное. Сами мосты дают такое понижение. И просто мы едем. Я тут шрус как-то сломал на УАЗе. Ну, китайский, правда, стоял. Ёханый бог. Держи. Витя, машину держи. Стоять. Подожди, я выйду. Стой, главное, назад не покатись. Ну, потому что. Думаешь? Очень опасно тут, подожди, надо, видишь, было правее немножко. Сейчас. Давай назад, только потихоньку очень. Медленно. Держи, Витя, держи. Потихоньку. Фух, блин, немного, Витя, меня. Да. Попробуй вот сюда колесом, или туда, да. Такое на вид, ну тут не, на камеру не сильно понятно, но место непростое. Машина очень высокая. Очень опасно. Сегодня сухо более-менее. Поэтому не так опасно. Вот такой вид открывается. Посмотрите, какая красота. Вот там мы катались. Лесочек тут вдалеке сегодня. Так мокро ж было или нет? Не газуй, не жней, машина дорогая. На поло люди оффроудом занимаются. И на Ауди, видишь? Так, место с диванами, еще там остались немного их. Продолжаем двигаться. Уже на мототреке известное место. Ну тут даже пыль есть, видите. Подсохло. А вот эта и горочка. Всемирно известная. Витя включает пониженную. Опа, деревья. И мы едем наверх. Тут даже сухой сезон, я вам скажу. Гора приличная. Хватает мотора, понижение. А тут нас подрезают. По лайту пошел, подрезал. И вот это красотища открывается. Бескрайние просторы наши. Сегодня видимость просто идеальная. Павло едет. Да, ему, наверное, страшно там на этой высоте. Андрюха по лайту, Нива за нами.
А с этой горы мы летели с Владом на Запоре. Это эта горка. Бородачочку там, ну реально там страшно. Камера гу. Он мне в рацию говорит, что очень страшно ему. Да, да, я слышу. Не передает камера горку эту, ну горка непростая. Ну и направо сейчас трасса будет у нас. Открытие сезона 2 января было здесь у нас. Направо там интересный маршрут. Вон Андрюха в темноте нас там вез. Бородач полностью седой вышел тогда с Патриота. Остальные тоже, у кого были волосы. Ну, стоя как-то не так страшно. Вот и вправо дорога, уже даже накатали ее. Даже две дороги есть. Паша не поедет туда. Андрюха, смотри, едет. Начинаем ехать. Тут крутовато так, видите. Крутовато очень даже, я вам скажу. Не знаю, как передать. Хорошее место. По-мокрому тут очень интересно. Держи, 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 держи. Витя, Витя, держи. Прямо, Витя, Витя. Ты сюда хочешь? Куда? Андрюха без блокировок. Не, ну сейчас уже поотрываюсь домой. Вперед лучше. А лучше звук как у Вити, чтобы был. Андрей, ну не надо назад, Родин, ну зачем? Ну видно сразу. О, видно, это парень. Не, не, хорош, Андрюха, не надо. Давай, давай, давай. Все, 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 спи. Рыбок. Труба целая. Продуй трубу. Продуй трубу, дай газу. А ну давай вторую закрою, дай газу, подожди. Да не, это же разные цилиндры. Это разные цилиндры. Да. Ты что, она там соединяется и выходит? Нет. Смотрим. Разные, правая и левая сторона. Она выходит две, потом сходится зачем-то, а потом опять расходится. А, ну это чтобы забить можно было. Да давай одну закрою. Да, он сейчас выстрелил, а потом его резервировал. Вот это вот. Давай. Посмотри, у Вити как ляжки промассировало выхлопом. Ёлки-палки. Ляжки, это громко сказано, конечно. Будешь заезжать? Да, Витя. Поломай грибы. Да, я думаю, что здесь можно их поломать. Да едь прямо лучше, не надо. Не, у меня есть три запасных, но я еще хочу покататься. Да. Самый жесткий патриот в мире. На 37-м триподоре сегодня он. Видите, что творит теперь? Чувствует уверенность огромную просто. Так, Витя по лайту. Диагоналка. Ну, поехал. Хорошая хода подвески. Витя бережет, машина чужая, очень дорогая.
относится сегодня очень бережно. Подписывайтесь на канал. Ничего не пропустите. Вот и Виллис. А как вы сюда доехали? Нормально. Так там же дорога была неровная. Там же неровная была дорога. Ёлки-палки, а мы не сняли даже этот экшен. Присаживайтесь к нам. Ну сейчас еще я. Пока с улицы давайте. Покажем эту красоту. Давно я тут не ехал. С 30-го. Привет. С 30-го. Да. Ну вот этого давайте вперед пустим. Он очень жесткий, чтобы он нас не переехал. Давай, Андрюха, давай. Что сейчас не троит нормально все, да? Просто богатая смесь. Была богатая смесь. Причина всех троений. И легче ему ехать, да, намного. Форум по 69, ребята. Спрашиваю, что делать? Электричество, переправа. Смотрите, что он творит. А мы узенькие. Опа, а Нива по харду там пошла. Друга, давай вперед, вперед. По жестяку пошла. А ну подождите, подождите, смотрите, что делает. Вперед и на меня. Так, а тут... Тут Андрюха, вот это знаменитое место. Тут Луаза Субару разорвали. Вот тут разорвали Луаза Субару. Да можем проехать, а он коротенький. Вон Андрюха сейчас. Можем за ним, в принципе. Не уверен. Там то же самое, только не раскопанное. Тут не легче, я вам скажу. Там легче? Там легче, говорит. Ну да, там чуть полегче. Поколение рядом. Да, разнообразие у нас. Смотрите, Нива. Жека на Ниве, я думаю. Где-то Тойота его не видно. А где Тойота? Я думаю, что-то Тойоту не видел за целый день ни разу. Продал? Нет Тойоты, все. А Нива намного лучше. Смотрите, как она едет. Просто Нива. Еще одна просто Нива. Сказка. Тут просто Range Rover. Ну, не совсем просто. V8. Без кода, Андрюха. Чуть-чуть назад. Чуть-чуть. Хорош, хорош. Уперся, стой! Крепкая выхлопная система. Смотрите, там Нива что творит. Глина тут. Да, копнул уже капитально. Стой! Так, тут Виллис. Ха-ха-ха, вообще ни о чем просто. Просто ни о чем. Блин. Оторвал? Нормальная дорога, да?
дать шакл? Да. Витя, мотай. Подожди. Давай, мотай. Чуть-чуть не хватало. Ты, Андрёха, ты если б ходом чуть-чуть зашел, не останавливаясь, то ты бы заехал сам сразу. А тебе сразу надо было с одного захода сделать это. Андрюха, посмотри, что ты наделал. Закрепить может просто проволокой подтянуть. А вот смотри, твоя запчасть. Вот, они их давно выкинуть собирался, они гнилые как. Сейчас мы его снимем. Как гнилые, красивые, смотри. Гнилые, ты же говоришь, что ты демонтаж делаешь, надо же все снять. Саша, и вперед идите. Вперед, Саша. Приехала звезда. Как он сюда заехал, представляешь, сколько а страха давай, натерпелось. Поехал, сюда надо. Давай. Колобочка. Да, сегодня сухо, не сложно тут. Ну, все УАЗы все сюда доехали. Ремонт старой трубы. Я твой этот ровер шатал. Как можно снять трубу? Я твой выхлоп снимал. Снимай выхлоп. Там слышишь, хоть головку ты не шевелишь на моторе, Андрюха? Коллекторы, да? Да, не с коллектором, с головкой ты там двигаешь. Где? Очкует. Нормально, сейчас как раз так. Давай, Вайк, направо и право до нас. У меня есть кувалда, будет постукать, сбить ее. Это самый жесткий пилот и слесарь. Там поедешь вперед, там хреново. Я тоже не знаю. Давай еще будем горы эту трассу, там бы сняли, надо бы знать. Да нет. Давай назад. Справился. По проверенной схеме. Смотри, бородач. А Паша еще сказал, когда следы от выхлопной можешь посмотреть. Это кроты. Выхлопной. Андрюха, ты там и стриптиз попутно показываешь сразу, кстати. Подтяни ему ритузы, блин. Копилку. Иди сделай вклад. Да бросай, я буду снимать. Может тебя прибить. Это бросай издалека, он не будет знать кто. Слава, себе начал забить. Иди жище. Блин, Андрюха такие тут сюжеты показывает. Да фиг там, оно и сплюснуло. Да? Сплюснуло, да? Спортивный выход. Слышите, а можете все вот так с камерами присесть рядом, а я вас сниму? По периметру. Жека, камеру достань, что ты резинку держишь в руках? Вот они отдыхают. Женька дал жить у себя на Сирокино. А он его тут оставляет. Я его тут оставляю. Он так такой... Вайту отдай, он такую потерял блестяшку. Он вот как раз блестяшку хочет снять. Они снимают, заразы, посрывали. Смотри. Когда еще оазист может рвать рейндж-ровер, блин? Только на подъеме. Витя там уже. Витя для авторио уже видео пишет. Ну шо? Да шо? Правая головка уже почти снята. Как трубы на рейндж-ровере снимать? Да просто рейндж-ровер только у тебя, блин. Откуда люди могут знать? Крути, 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 крути! А я могу снимать владельца. А я могу снимать его? Да, да. Только мне надо ключи. Близок к победе, близок. Давай, остался сантиметр остался. Волосина. Пол волосины, давай.
давайте. Нет, все, дергай. Вместе давай дергай. Можно с трубками выйти. Прокручивай его. А ты, Рома, поставь, дергай. Ты назад убирай. Убирали быстро. Все, освободил спас. Жека там проводит уже сразу тюнинг. Не, влетит в лицо. Так, с новой выхлопной Андрюха совсем по-другому машина едет. Облегченная теперь. Протектор, конечно, замыленный. Андрюхе дал Range Rover. Пошел на лайт. Витя, переедь. Сейчас положит на бок, шучу. Это нужен, но не до такой степени. Какой угол наклона оси стойки, просто шикарный. Пытался и ребенка, и собаку с одной семьи задавить, двоих сразу, да? Это понятно. И золотые суппорта не помогли, да? Нет, это точно. Я знаю тебя в гневе. Маклауд отдыхает, да? Бойся. Красиво. А что там бензобак, далеко? Раньше надо было бояться. Да, раньше бояться. Я тебе кричал 250 раз, аж охрип, блин. Можно раньше бояться. Так, Андрюха по своему маршруту. Да, для этого кузова и лифта просто 37 смотрится. Посмотрите, что делает. Просто почувствовал силу нереальную в машине. Понижение хорошее. Едет куда хочет. Куда хочет, туда и едет. Видите, что творит? Просто свой у него маршрут, в отличие от всех. Бородач по лайту. Теперь вниз. Он меня тестирует, я не могу понять. Или патриот. 37-е колеса, конечно, это совсем другая жизнь. Но и за счет хорошего понижения машине не тяжело. 16-клапанный мотор. Говорит, посложнее хочется на новых колесах. Говорю, людям и тут страшно. Но все едем пока. Ну, видишь, подсохло уже, конечно, тут, когда мокро, совсем другая жизнь. Вот интересно. В зеркале, Витя. Видишь? Красавчик. Тут хайджек, запаска, очень тяжелая машина. Еще такой мини-багажник, лопата, все тут есть на этой машине. На обгон пойдешь? На обгон? Что там у Жеки что-то попало? Ну ты видел, как засиял человек, когда продал Тойоту вообще?
Говорит, в Ивано-Франковске где-то уже ездит. Да? Да, Toyota машина хорошая, но... Ну, Нива лучше, мне кажется, что-то. Ну, еще мотор такой был, может, из-за этого что-то. Ну, да, ну, как-то все так... Да, все относительно, в общем, да? Все относительно. А что ты чинишь? Да мне постоянно пружина взлетает, понял? Так что, будешь продавать? Не, буду клиренс еще поднимать. А, ну можно, да. Все, мы опять летим. Закат. Витя говорит, быстро прокатимся, да? Сейчас дня, говорю, давай поедем. Сейчас дня закончим. Видел там на рейндж-ровере маньяк какой-то? А вот на Патриоте, говорит, сложности хотелось бы добавить, что-то не то. Подожди, подожди. Я целый день отдыхал. Павло, смотри, что творит. Почувствовал силу к вечеру. Андрюха по его стопам же. Не, Андрюха посложнее маршрут ищет. Ну, Витя, подожди. Что-то там Андрюха хочет исполнить. И у него может получиться. Хорошо резина сидит, хорошо. Ты видишь, хватает клиренса теперь. Хватает шин, понижения, всего хватает. Там Павло ему мешает. Смотрите, что хочет, то и делает. А нет, еще, а ну, Витя, подожди, что-то Андрюха там подбуксовывает. Заедет или нет? А ну, смотри, смотри влево. Павло Андрюху закрыл. Не, выскочил Андрюха. Где хочет, там и едет сегодня этот Патриот. Едем к месту спецучастка, открытие сезона. Интересные горки. Витя, в этих местах на этом УАЗе ты прощальный аккорд делал. И вот мы сюда вернулись, аж не верится. Да, да. Вон, пошли на спецучастки, погнали. РФС, да. Колобок! Витя, 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 Витя. Ну, Витя? Витя, Витя, машина очень дорогая, импортная. Ладно, давай, переги, переги. Там, посмотри, уже повисла иномарка какая-то очень модная. Ее уже там толкают. Колеса в воздухе, да. Делай, 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 делай. Рус. Что там, кулек? Вот там хлеб лежит, дай, пожалуйста, вот тут вот поедем. Даю. Да. Витя, делай, делай, делай. Делай, Руслан, я делаю. Делай, делай, что, делай. Что, знаешь, что? Знаешь, что я больше всего люблю в оффроуде? Ну что, поесть. Потому что Витя везде шарит. Слышишь, дай термос, налей. Да нафиг, смотри, там лебедятся они, да, вообще? Уже это не наша уже тема в закате. Да. Андрюха, убери кроссовер. Андрюха, кроссовер убери. Кому классно едет, это не я. Угу. Другая история, смотри. Угу.
посмотри, он даже не дал ему убрать, объехал просто, унизил и поехал дальше. Так, в лучах заката идем на БТРовский. Места у нас здесь пыльно только чуть-чуть. Друзья, едем домой, оффроуд завершен. Такая красивая дорога. У вас на БТРовских жив. Еще не все, друзья, еду на УАЗе на БТРовских. Сам домой. Видите? На Фиесте. Красивый день сегодня, красивый вечер. Просто сказка. Машина, как обычно, очень порадовала. Особенно тем, что трансмиссия выдержала. Хотя было непросто. Будем показывать уже всю эту красоту. Подписывайтесь, смотрите, включайте. Почти 4000 роликов на канале. Есть что посмотреть. За 6 лет очень много всего. Ну, больше даже уже. Да, так нежданно-негаданно на УАЗе, на БТРовских нам удалось опять покататься. Еще раз хочу повторить, машина строилась не один год, доводилась до этого состояния. На ней по дороге общего пользования можно ехать 70-80, и можно нырять в жесткое болото. Да, не хватает блокировок, но надежность трансмиссии с блокировками. Без блокировок иногда ломается, а с блокировками совсем будет тяжело. Хотя ехало бы просто нереально тогда. Есть небольшие недостатки, но повторю, чтобы построить эту машину, нужно достаточно много времени, денег. Поэтому шло не один год. Тут мы чуть-чуть ниже пилота фуры находимся по высоте. Все, тут несколько километров, 10-15, и мы дома. Всем пока, еще раз до встречи. Подписывайтесь, колокольчик. Лайк не забудьте поставить.
пока.